Что же касается столицы Южного Урала, полицейские еще утром предвидели ситуацию и выступили с традиционным обращением к водителям. В связи с ухудшением погоды автомобилистам рекомендовано соблюдать скоростной режим и заранее притормаживать, подъезжая к опасным участкам. Другие участники движения без напутствий, которые призваны сберечь их жизнь и здоровье, тоже не остались. Пешеходы должны быть также предельно внимательными. Переходить проезжую часть строго в установленном месте и перед выходом на проезжую часть обязательно убедиться в том, что все транспортные средства остановились и пропускают их. В темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы. На улицах активно работает снегоуборочная техника. В полиции просят челябинцев не создавать ей помех и не оставлять машины на обочине, так как это не дает полноценно очищать проезжую часть. Да и вообще в такую погоду автомобилистам по возможности рекомендуют сделать выбор в пользу общественного транспорта.